Говорят, ничто так недолговечно, как временное. Но у всего есть свой срок. Срок эксплуатации, срок службы, срок жизни. Теперь пришло время отправляться на страницы истории поселку Мостоотряд 93. Свыше 5000 некогда комфортных квадратных метров. В поселке Мостоотряд 93 обустраивали свой быт первопроходцы Ямальского севера. Тогда эти одноэтажки дарили людям уют, в последние годы приобрели статус аварийных. Теперь, благодаря усилиям региональной и городской власти, Мостоотряд практически расселен. В новые квартиры переехали 84 семьи. Под ковшом экскаватора за считанные часы здания превращаются в кучу строительного мусора. Сначала сносят дома на Песчаной, далее на других улицах Мостоотряда 93. Вот сейчас у нас отключены уже 15 домов, которые уже полностью отключены от всех коммуникаций, и люди уже полностью переселены. И 12 домов уже потихонечку люди перевозят свои вещи, ждут в новых домах мебель, и они тоже уже у нас на подходе к отключению. Пока в Мостоотряде живут люди, его обслуживание сохраняется в полном объеме. Коммунальщики чистят снег, вывозят мусор, ходит школьный автобус. О том, что поселок скоро исчезнет, говорят лишь заметенные дорожки к входным дверям большинства домов. Люди с радостью переезжают в новые дома. Это, конечно, комфорт, уют, вода, тепло. Не нужно беспокоиться, потому что здесь, в Мостоотряде 93, у нас была техническая вода, которую каждое утро, вечер подвозила водовозка. Люди выходили, кто успевал, кто не успевал. Но сожаление в том, что эта жизнь, которая прошла, это 40 лет. Так что, конечно, сожаление о том, что быстро идет время. В планах городской власти завершить расселение поселка в течение первого квартала 2022 года. Всего же в Новом Уренгое планируется расселить более 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В ближайшие годы рабочие поселки должны полностью исчезнуть с карты газовой столицы. Павел Прожогин, Антон Берестянский, информационное агентство «Импульс Севера».